Я когда-то был начальником пионерского лагеря, так сказать, по роду своей первой профессии своего. И когда меня мой ректор Валентин Федорович Романов спросил на одном из совещаний в университете, спросил: «Сергей, ну как там работа в лагере у тебя?» Я говорю: «Непростые дети, конечно, то есть непросто с ними сейчас, и воспитывать их непросто». И он мне сказал, говорит: «Сережа, а просто нужно не бросать их. Вот. Нужно их задействовать постоянно». И в этом смысле глобально это все точно так же. Просто нужно с самого детства не бросать их. Понимаете, ребенок в атмосфере, как только он попадает в обстановку спорта или творчества, попадает в обстановку здоровой семьи, здоровых рассуждений, способности делиться этими рассуждениями, видеть их и чувствовать, он моментально впитывает это. Точно так же, как и впитывает пьющего отца, курящую мать и так далее. Все, что опять-таки приносит вред этой нации. Невероятно сильной и прекрасной нации. Вот, поэтому просто вот, значит, возраст сознания где-то с 4 лет, самое ответствие начинается с этого момента, до этого неосознанно, просто понимать, что мы даем этому маленькому человеку. И как только мы в него заложим любовь к спорту, любовь к своей родине, уважение к женщине, мальчикам, девочкам нравственность, и это будет вокруг, а как тогда мы потеряем эту молодежь? Нет, не потеряем абсолютно. Она будет беспокоиться за эту страну, она будет придумывать все новое для этой страны, а не увозить это в Америку. Эта молодежь встанет на защиту этой страны, понимаете? И будет не садиться пьяный за руль, а трезвый ехать хоть на мотоцикл, хоть на чем. И только вперед.